Зона и компанию Кальяри составляют Чезена и бедствующая Парма. Пожалуй, главный матч нынешнего сезона при судействе Валерия. Опасный момент. Это Донса. Невысокорослый Готфрид Донса откликнулся на эту подачу и в борьбе с Агостини нанес удар головой над перекладиной ворот Бенуси. Так вот, матч и уже в возрасте 15 лет. Донса перебрался в Палермо, ну а забивает Верона. На 9-й минуте Лука Тони, как всегда, Лука Тони. Подача Хальфредсона, чего-то застыла оборона Кальяри, и никто не отреагировал на рывок Луки Тони. Обратите внимание, первым-то был на мяче вратарь. Но это